Блять, Дрейк заебал говно кидать. Ну ладно, поехали. У братишкина настолько большая щель между зубов, что он может засунуть вебку в рот и стримить от первого лица. Вот это годно. Это единственная, наверное, жесткая шутка, алё. Блять! Вот меня уже... Знаете, а вот на самом деле, если я смотрю свои моменты, я типа думаю, что это как-то наигранно вот прям происходит. Но нихуя, типа, я вас могу уверить, что... Не, сейчас меня не бьет. Но вот когда я в ухе слышу такое звучание, как... И я потом касаюсь микрофона, меня лупит. Очень сильно причем. Бьет так тихо, я... С днем левши, братан, спасибо, наконец-то. Я дождался, а почему никто не поздравил? Типа, я, если чё, левша. И у нас есть праздник у левшей, если чё. И сегодня наш праздник. Пошел нахуй! Спасибо. Привет, мои красавицы. Ой, сегодня говорим о том, когда мужчина хочет в попочку. Мои хорошие, но не в ту попочку, что его. Потому что... А, в смысле не в его? Да, тоже не понял сейчас. А, ну тогда хуйня. Гоу. Блять! Не буду звать тебя Джаро! Эй, это ваша ошибка! И я не чей-то сын! Я дочь! Я трансвестит! Я так не соковал, когда экзамены в 9-м сдавал! Морби, ты откуда, брат? С России? Ну, конкретнее, все мы русские, брат. Все с Чечни, вот мы с пацанами, допустим. Ты откуда? Опасно! Ну, вам клево, я с Татарстана. А, татары. Кутакбаш дашь потрогать? Да, может, даже лизну. Да. А вот и он. Ой, сейчас в лицо отскочит. Ля, какой большой. Достаточно большой. Ой, блядь! О, да. Семь пыли. 4000. Он типа на хардкоре, пыли. Что ли, был? 100-100-500, блядь. Блядь, это как возможно, блядь? 100-500, как это возможно, типа? Что это? Вы прикиньте, насколько это совпадение? Типа распылить пыль и поймать число 100-500. Блядь, какой шанс, очень интересно. Блядь, какой шанс? Какой шанс этой хуйни? Уронит, алло, они пьяные в дерьмо. Он не уронит стабилизатор. Хорош! Единичку выбил. Тупо один. По-моему... Вот так вот. Интересно, если бы я так ржал, как быстро мне в лицо бы прилетело, блядь. Легко быть девочкой. Пиздец, батя, блядь, играет в Майнкрафт. Как же он ебурит. НЕЕЕТ! Аудитория Шуса, дегенераты помойны. Блядь, нам не стало. Пока, пацаны. Тут был провалено. Я смотрел расследование Навального. Идите нахуй. Что? Собака. Блять, собака. Собака.
чем прикол. Уровни горлового минета, блядь, точняк, смотри. Это, короче, S-очка, это XS-очка, это M-очка, вот это L-очка. А вот это Ford Focus. Вот это XL-очка, вот, это, короче, уровни горлового минета. Уровни горлового минета, поехали, значит. Первое. Это что? Это, может быть, цветочки. Второе. iPhone 6s. Третье. iPhone XS. Где-то Ford Focus, Hyundai Solaris, и вот тут вот уже где-то M3, примерно там. Советую. Как бы, надеюсь, чтобы это... Ни хрена. Celtic Chopper Clash 3. Все время путал всю свою жизнь. Блять, Yamaha? Это что, блять, не мотоциклы? Так Yamaha это мотоциклы? Понял, это типа... Ну я понял, все. Это типа и мотоциклы, и музыкальные инструменты. Так это же Шрек, который бежит. But this is a young, young dog. Through the weave post. Motors! Motors! Look at this. Are cute. And Gabby wins it on the final run. Gabby wins. Wow, even with some miscommunication, some wide turns. Hey! Did you push him? You don't do that. Нормально, пизданул её. Опять же на косячках в прошлый раз на тусе стримеров. Не, ну блин, дело в том, что все теперь поняли, кто такая Смородинова, она просто всем доказала, что у нас ливерша, ну как бы, чё еще? Чё, блядь, там опять произошло, я просто от этого мира стримерского пропал. Чё бабам спокойно не живется вообще? Денли был парень, так... Да, впрочем, поебать. Так неинтересно, ну их нахуй. Мне только Рафляна с этого всего. Денли парень лупил. Брать, и чё? Не один ляма. А? Сам думаю насчет Рангеровер 2010 года. Типа нихуя не понял, а что, парень не может свою девушку шлепать или чё? В чем вопрос? Или это пиздец, какая-то новость для вас? Не, понятно, что половина из вас угорает, но вот когда вы угораете, я просто понимаю, что где-то десятилетний какой-нибудь додик, он сидит и в эту хуйню верит. Не шлепал, а бил. О, это мне похуй. Главное, пусть мне это... Ее парень мне поебал, не дает, и я доволен буду. Все, это уже... Все, это не ко мне. Неважно, кто там кого бил, я уверен, что это вброс какой-то. Ты че, блядь? Бля, я думал, мы не так быстро едем. Ну все, смотрим. Вак. Скримпи, какой педофил? Какой педофил?
О чем ты говоришь? Я не понимаю, зачем придумали эту шутку, мол, Аравудус педофил, а Аравудус любит маленьких детей. Такого никогда не говорил. Никогда не говорил такого. Минус шорты, а че шорты? Это кто? Покрашено типа, да? В смысле окрашено, блять? Вы что, рофлите? Наебали, что ли? Блять, наебали опять. Вот сука. Ко мне? Да, понял. Там под ближней части, вот сюда ближней части. Давайте не прям не гулять, мы в ближней части становимся. Окей. Что? Я, у меня задержка небольшая. Потому что у нас могут быть люди, которые с N-сайтом. It is not for the path, for the faint-hearted, or seek only the fleshly pleasures you're asking.